Смотрите, дальше еще одно. Еще одна игра со мной. Можете дорисовать здесь отражение мужа? Отражение мужа. Можете. Так, пожалуйста, возьмите. Ну вот вам одно. Вам по одному. А у вас тут? Книжку в интернете, она есть на... Я покупала эти книжки. Называется она... О, называется она «Замечательно». Я очень горжусь. Но это не мы придумывали, честное слово. Это придумали в издательстве. Называется «Лучшие упражнения», «Лучшие задания и упражнения по русскому языку». Авторы Марина... Говорить, потому что я не знала. Я не знала, не могу сказать. Ну, это вот к Людмиле все. Вот Людмила, она организатор. Вы можете меня приглашать проводить мастер-класс? Когда приеду туда угодно. Приеду туда угодно. Здесь есть еще такая бумага. Можем? Ну, можешь еще.